Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Аминь. Озвучиваем занятия, какие были в Потеряевке с 91 года. Ревность, как и гнев, допускается в определенной мере и в точном направлении. Псалом 96. Любящий Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Если гнев есть зло, тогда как же Бог призывал быть бы нас к гневу? Вопрос только в том, на что гневаться. Это слово «гнев» встречается в Библии 518 раз, а слово «ревность» 180. Все места нам надо разобрать на таком малом занятии. Ну, надо разобрать. Считай, Левать, что написано? Все места нам не разобрать. А ты говоришь, надо разобрать. Нам не разобрать. Не разобрать. На таком малом занятии. Но постараемся хотя бы иметь представление, по отношению чего допускается ревность. В первом случае, как мы должны ревновать о Боге, как Бог ревнует о нас. Библия, это образно выражаясь, есть книга, которую нам с неба спустил Бог. Исход. «Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой». Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. Самый большой ревнитель есть сам Иегова Творец. Исход. Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, Бога, потому что имя Его ревнитель. Он Бог-ревнитель. Второзаконие. Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог-ревнитель. Если Он сам ревнитель, то и верным своим Он дает ревность по назначению. Премудрость Соломона. Он возьмет все оружие, ревность свою, и тварь вооружит к отпущению врагам. Многие знают, что Бог есть Искупитель, что Он и Судья Вселенной, но мало кто даже и слышал, что Бог есть постоянный ревнитель. При сотворении человека было заложено неравенство между мужем и женою. Когда людям об этом рассказываешь, то они бывают страшно огорчены, как будто что-то у них отняли, что вроде бы как вот до этого известия они жили неплохо, а тут надо такое бремя нести. Да где ж так справедливость? Да почему же так? Нам не заповедана справедливость искать в отношении себя, а вот только в отношении ближнего. Справедливости люди ищут на земле тогда только, когда очень любят самих себя. Любят, чтобы их жалели, чтобы их выслушивали. Они готовы пожертвовать вечностью, чтобы только им выделили уголок в сердце собеседника. Значит, чрезвычайно дорожат эти люди самими собою, своими мыслями. И очень любят, чтобы их понимали. А нам открыто из Библии, что все в мире построено на несправедливости. Какая ж тут справедливость? Я грешил, а Христос взял на себя грех. Это только милость. Справедливость здесь в том, что Бог Отец наказал за грех людей Агнца Непорочного, Сына Своего, ответившего за грехи мира. Если человек ищет справедливости в отношении себя, то у него никогда не будет мира, и он непрестанно будет выявлять отношения. Бог же заповедует нам подвигнуться не к несправедливости и как бы умножить ее. Лука, ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему тебе верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Так это же совсем несправедливо. Но это твои рассуждения. А по-божески только так и нужно. Бог терпел и нам велел. Неравенство заложено Богом уже в сотворении. Почему? Потому что нужно было доказать, что жена не имеет права поднимать мужа. Что делать? Подминать. Да. Ибо она уже совратилась, и не учить его. И доказательств тут не требуется никаких. И уж поверьте, что такой корифей мыслитель, как Савл из Тарса, нашел бы доводы, удовлетворившие всех эмансипированных Ев. Но он только и сказал, что, Тимофей 1, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Знаю достоверно, что многие женщины умнее своих мужей. Она более активная, более ревностная в деле спасения, и однако закон Божий и для них тот же самый, чтобы и они были послушны мужьям. Кто мыслил иначе, пришли к полному краху. Англиканская церковь или секта допустила женщин к их служению пресвитерами и епископами, и их последователи сразу же разделились надвое. Но если разобраться, то почему женщина не может учить? Есть же умнейшие женщины. Но из 12 избранников у Христа нет ни одной женщины.
Это является лучшим доказательством того, что Христос придерживался закона. Матфей. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Как Бог определяет ревность? Женщине отказано в юридическом праве на ревность. Это право дано только мужчине. О ревности мужа к жене. Числа. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если изменит кому жена, и нарушит верность к нему, и переспит кто с ней, и изльет семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее, и она осквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет уличена, и найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена». Это страшное состояние, когда муж за каждую минуту отсутствия жены ее терзает, готов убить. Равно действует дьявол и через жену. Ее ревность еще страшнее, допросы неправеднее. Если она с работы даже на 5 минут опоздала домой, муж неистовствует и бьет ее об стенку. Где была? Ревность – это идолопоклонство. Числа. И возьмет священник святой воды и глиняный в глиняный сосуд. И возьмет священник земли с полу скинии, положит воду. И поставит священник жену перед лицо Господне и обнажит голову жены и даст ей в руки приношение воспоминания. Это приношение ревнования. В руке же у священника будет горькая вода, наводящая проклятие. И заклянет ее священник и скажет жене, если никто не переспал с тобою, и ты не осквернилась и не изменила мужу своему, то невредима будешь от всей горькой воды, наводящей проклятие. Но если ты изменила мужу твоему и осквернилась, и если кто переспал с тобой, кроме мужа твоего, тогда священник пусть заклянет жену клятвою проклятие и скажет священник жене, да предаст тебя Господь проклятию и клятве в народе твоем, и да соделает Господь лоно твое опавшим и живот твое пухшим, и да пройдет вода сия, наводящая проклятие, во внутренность твою, чтобы опух живот твой и опало лоно твое, и скажет жена, аминь, аминь». Тогда не было таких, никаких обеззараживающих средств, химикалий. И тысячи людей прошли здесь, какие только микробы не водились на земле, и надо было пить. Да вообще чудо было, если бы она не заразилась. Если бы было наоборот сказано, что если заразиться, то она невиновна. Здесь нужно было случиться чуду великому, чтобы чрево не опухло. Такое описание возьмут себе на вооружение шаманы-обманщики, шарлатаны. Но это дано в законе Моисея, и принято должно быть, как единственное верное средство определения ее греха. И напишет священник заклинание сие на свитке, и смоет их в горькую воду. И даст жене выпить горькую воду, наводящую проклятие, и войдет в нее вода, наводящая проклятие ко вреду ее. И возьмет священник из рук жены хлебное приношение ревнования, и вознесет все приношения пред Господом, и отнесет его к жертвеннику, и возьмет священник горстью из хлебного приношения часть память, и сожжет на жертвеннике, и потом даст жене выпить воды. И когда напоит ее водою, тогда, если она нечиста, и сделала преступление против мужа своего, горькая вода, наводящая проклятие, войдет в нее, ко вреду ее, и опухнет чрево ее, и опадет лоно ее, и будет эта жена проклятой в народе своем. Если же жена не осквернилась и была чиста, то останется невредимой и будет оплодотворяемая семенем. Муж говорит, ревную и не могу ничего с собой сделать. И повода она не дала никакого, а ему все мерещится, и как правило это бывает у тех, кто сам как кобель без хвоста изблудился. И он и не может даже представить, чтобы жена такая красивая, улучив послабление, не посмотрела на сторону. В житии Спиридона говорится, что муж был в командировке больше года, и жена родить начала в день его приезда. От кого? Да от законного своего командировочного. И никак не хочет согласиться сознаться. Так и уперлась на своем. И не разродилась, умерла. После того святитель громко о том жалел. Здесь, по закону Моисея, ей не дается возможности запираться. Вот так. Горько о том жалел. Горько. Числа. Вот закон о ревновании. Когда жена изменит мужу своему и осквернится, или когда дух
Или когда на мужа найдет дух ревности, и он будет ревновать жену свою, тогда пусть он поставит жену перед лицом Господа и сделает с нею священник по всему закону, и будет муж... Читай погромче, ну ничего не будет слышно, там мы время зря тратим. Я вот нормально читаю ведь. И будет муж чист от греха, а жена понесет на себе грех свой. Женщина вполне резонный вопрос может задать. А мужья все верные? Если же на нее найдет дух ревнования, тогда что ей делать? Мужья-то больше изменяют, чем жены. Эта статистика сегодня показывает. Из мужей и сегодня изменяют около 85%. Сознались официально. А из женщин около 68%. Тогда было многоженство, и потому, кому она могла его ревновать. У мусульман нет этого понятия у женщин и ныне. И жена лишена всякого голоса. 1 Тимофея. А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Повторите это, жены, хорошо запомните и неравенство, и несправедливость. Когда Василий Великий писал каноны относительно измены жены и мужа и указал наказание разное в сторону ужесточения против жены, ему и сказали, что это несправедливо. Он говорит, что да, несправедливо, но по-другому нельзя. Если жена изменит, то это катастрофа. Если такое случится в семье священника, то он слагает себя сан или должен развестись тотчас же. А если муж изменяет? Василий Великий отвечает, что даже если и муж и пьет, и бьет, и изменяет ей, то и тогда не дают совет разводиться, притча. Потому что ревность – ярость мужа, и не пощадит он в день мщения. Если чеченка изменит мужу и будет доказано, то что он сделает с ней? В первую очередь он зарежет соперника. Сидели со мной такие. Он говорит, что его предупреждали, а тут он сам их захватил и обоих убил, притча. Жесток гнев, неукротима ярость, но кто устоит против ревности? Какие бы дары ни давали мужу ее, весь свой скот и двор, но он немало не успеет. Муж не успокоится, пока тебя не достанет кинжалом. Так говорит Библия песней. Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь. Люта, как преисподняя, ревность, стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Обязательно прочесть Крейцерову сонату Льва Толстого. Лучшего произведения на эту тему не встречал. Премудрость. Потому что ухо ревности слышит все, и ропот не скроется. Ревнивец слышит все, что бы и про кого ни говорили, слышит ли песню по радио, он все к себе применяет. Читает ли где об измене, это про него. Он не может ни спать, ни есть, он весь в огне, как в преисподней. Ревнивый человек больной, он сжигает сам себя подозрениями в неверности супруги или супруга, Сирахов. Ревность и гнев сокращают дни, а забота прежде времени приводит к старости. У всякого досады и ревность, и смущение, и беспокойство, и страх смерти, и негодование, и распря. И во время успокоения на ложе ночной сон расстраивает ум его. Ревность – это жажда монопольного обладания кем-либо, жажда точно соблюсти что-то, угодить кому-то. Мне пришлось много ездить и среди разных народов жить, которые исповедуют разные верования. И нашел, что старообрядцы страшно ревнивые. У них это с пеленок выращивается. Если не так палец приставлен ко лбу, то вся вселенная рушится по его понятию. И немало не сомневаюсь, что если бы они вдруг узнали, что Христос так не крестился двуперстно, как они, и так не крестились апостолы, они бы и им отказали присутствовать на небе. В житиях святых читаем, как взывали они к своим братьям, поднимите руки, то есть молились, поднявши руки вверх или крестообразно, даже молились, крестообразно простершись на земле. И что бы ни сказал, даже сославшись на Библию, на Златоуста, на жития святых, у них ответ один. Это все перепортили окаянные никоняне, они такой для себя перевод сделали. И если попросишь показать, как же тогда нужно перевести блаженного Феофилакта, то они не знают, не могут, не умеют, нет знаний языков. Не так и все у всех. Не так все и у всех. Не так все и у всех. А у них-то и нет никакого перевода.
живут без этих книг, разве это Дух Христов? Идолопоклонство обскуртанизму. Обскурантизму. Стоит только хотя бы предположить, что Бог не старообрядец и, возносясь недвуперстно, благословляя людей, и начнется расцвет в умах и сердцах. Подойдут к распятию, и если там изображение Духа Святого, все от тебя уже ничего не принимают. Дух ревнования о своем как научен из детства. Предположи, что ты бы родился в католической семье, то с такими мозгами дошел бы ли до того, как сегодня все это понимаешь.